Вокруг меня прошло ангелов. Вот, кстати, ангелы боятся. Мне, блин, и себе платят. Суп туда сюда. И все. А тут я не хочу. Ну, огонь. Да. Наверх. А что мне подскажешь? Ира, на каком моменте шампанское? Давай, 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 правая рука, левая, да? И у нас еще раз повторим. Слушай, все время вправо. Дорогие друзья, я очень рада видеть всех вас в мой день рождения на моем юбилейном шоу. Я приглашаю вас в волшебный мир музыки маэстро Олега Молча. Нет, еще я. Вот тут удобно. Сейчас говорят, какой ракурс поставить? Немножечко там нужно. Чуть-чуть вот для этого. Чуть-чуть. Это много уже. Вот так. Попал. Еще немножко, да,
А шампанское на каком припеве? Научимся сразу. Уже не ходи там. Да, да, ой, не гораздо. Ты уже со шампанском подносишь мне на первый. С той стороны тоже? Они с этой точки как? Сейчас два горят. Все поменяли. Один только погасит. Готово. Второй текст. Сегодня мы собрались в легкой, приятной камерной атмосфере в казино оперы. В моем репертуаре много песен для изысканной публики. И среди них настоящая жемчужина – песня «Тают чувства». Поэта Серебряного века Константина Бальмонта отозвались в душе Олега Молчина и родилась музыка. Начиналось время наших горячих ротаций на радиостанциях. Эта песня стала очень популярной. Ну, нормально? Или еще раз? Сказали, что блещу. Может, еще переговорим, нет? Но его звезда продолжает сиять ярко, а его любовь согревать и вдохновлять на творчество. Так вот, это перед этой песней я еще не сказала. Сейчас скажу седьмой текст. Следующая песня. Наша самая рабочая процесс, да. Спасибо. Ну, давайте. Приму. Концерт подарить. Спасибо, благодарю. Ну, прям красиво. Даже не знаю, может, это снятся сразу. Нет? Тогда передаем кому-нибудь букет. Да? Танечка, возьми букет, пожалуйста. Это седьмой текст, наверное, да? Седьмой? А следующую песню «Либо Лафламур» Олег Молчин написал 20-летию наших отношений. И даже впервые вышел с гитарой на сцену, чтобы во время премьеры быть со мной рядом. Песню «Либо Лафламур» я сегодня впервые исполняю с балетом «Bang Bang Show». Ага, спасибо. Дорогие друзья, специально к юбилейному шоу я подготовила для вас сюрприз. Премьера песни «Там за дождем». Песня записана с компанией Ray Records и с сегодняшнего дня появится на всех цифровых площадках. Сегодня меня пришли поздравить наши друзья-артисты. Песня Олега Молчина в их репертуаре «Знак качества». Эти артисты в разное время вливались в наши концерты, в нашу творческую семью. И они все профессионалы с большой буквой. Одна из первых песен в моем репертуаре. Впервые я исполнила ее в далеком 93-м на сцене ночного клуба. Так начиналась моя творческая жизнь наряду с гастролями Минс-концерта. Удивительное совпадение, сегодня я снова исполняю эту песню в клубной атмосфере. Давайте
еще раз, я вышла, извините. Песня и одноименный альбом «Любовь сказала да» стали своеобразным аккомпанементом нашей свадьбы. Мы поженились в 2006 году. Интересное совпадение. Ровно половину жизни мы прожили в гражданском браке и ровно половину в официальном. Конечно, я очень счастлива, что судьба соединила меня с этим удивительным человеком, с этим гением Олегом Волчиным. Благодаря ему я узнала, что такое настоящая любовь, верность, благородство. И сегодня с особым трепетом и с особой радостью я исполняю эту песню. Выберем. Тань, давай пока с новой тогда, слышишь? С новой снимаем, которую Олег нарисовал. Я тебя уже видела. Ты яркий. Там наоборот, там серенькие картинки. Сами, Андрюха, сценарий бери. Из штор исчезните. А, это Валерик. Может, текст сначала? Тань, сразу. Спасибо, что вы терпеливо ожидаете все наши переодевания. Я хочу представить вам виновницу сегодняшних наших долгих пауз, но и виновницу моих шикарных нарядов. Это дизайнер Татьяна Давыденко. Дорогие друзья. Подождите, фон же надо снять. Ребята, верните на фон заставку пока. Дорогие друзья, обычно в день моего рождения, 15 ноября, все потихоньку начинают готовиться к Новому году. Мне тем более приятно, что в мой личный Новый год у меня есть возможность поздравить вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Дорогие друзья, спасибо, что разделили со мной этот вечер. Спасибо за ваши улыбки, цветы, поздравления. Спасибо за вашу поддержку, за вашу искренность. Ценю каждого из вас. И, конечно, мы с вами не прощаемся. И я говорю вам...